Показывай твое владение. Что это такое? Порно, что ли? Пойдем. Если хочешь, можешь сам проверить. Сейчас я еще отрежу себе арбуза. А то без арбуза владение... Ты прям где-то как на тропиках. Ну, почти. Я тоже арбуз хочу. Ты же хочешь узнать, кто убил Фумитаку, разве нет? Погнали. Погнали. Отвечай. Судя по твоему виду, тебе не мешало бы немного отдохнуть и порядок себя привести. У тебя нет кулака. Ну! Ты все-таки выиграл в лотерею? Можно и так сказать. Вообще, если хорошо мечтать и говорить «да», то в любой момент может произойти какое-нибудь чудо. Я уже об этом говорил. Ну вот, мы, в общем-то, сидели приблизительно в таком месте, только меньше. Тоже на природе, тоже на даче. И здесь... Ну, кажется, дача. Дача, что ли? И решили мы переместиться. Помечтали. И у нас появилось новое место. На природе. Оздоровительный вот. Центр. Да, мы делаем оздоровительный центр. Вот. В общем, для Джафара. Для себя. В общем, суть оздоровительного центра таковая. Перезагрузка. Для тела и сознания. Новая жизнь. Возрождение. Это место, куда можно приехать на 10 дней и пройти курс, после которого ты станешь другим человеком. Вот такая наша цель. Вот. Мы занимаемся сейчас этой идеей. А так, ну что? Здесь очень приятно. Вот мы ходим голыми ножками. У нас все как обычно. Всем все нравится, всем все платится. Здесь с нами друзья. Да. Много новых людей всегда приезжает. Привозят нам всякие ништяки. В принципе, мы... Это родственники-то, наверное, уже под... беспокоятся, что с нами, как там, как у нас дела. Привет всем родственникам. Маме, папе, бабушке. У нас все хорошо. И сестре. И брату тоже. Все? Что-то еще вышло? О, за нами президент летит. Одну секунду, сейчас. Что-то мне хочется сказать, но не могу подобрать слов. Наверное, про то, как ты хочешь снимать нормальные видео. Про то, как я сильно... Рад, что ты у меня есть. Спасибо, Лена. Я очень рада. У меня сегодня боевая прическа. Это мне подарок. За... Хороший... Завтрак.